Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по Lost Light, и сегодня видео мы готовим такую тему, как чипы. То есть, что они вообще значат, как их использовать, где их собирать, как их качать и так далее. Но перед началом ролика, как всегда, всем желаю приятного аппетита, я всем желаю приятного просмотра, а мы погнали к ролику. Так, ну что, с первого, с чего начнем мы, это место спауна. Спавнитесь на Ark Company, карта. Вот в этом районе спавнить, это цифра 1, 2, двойка, по идее, если я не ошибаюсь. Здесь спавнитесь, вам нужно именно это место, потому что потом мы спускаемся под земрайон, то есть в этот подвальчик заходим сюда. И именно здесь я обычно лутаю эти чипы. Вот на этих столиках они обычно лежат. Так, здесь у нас нету. Тут у нас тоже не вижу. Тут тоже не вижу. Так, где-то здесь они даже... Вот первый есть. Идем дальше. Где-то еще должны быть, по идее. Тут обычно 4 штучки. Вот второй есть. Так, третий у нас, по идее, вот здесь должен быть. Да, вот третий и четвертый. Все, вот они, 4 чипа, которые постоянно здесь спавнятся. То есть больше здесь их не будет. Их берете, вы видите, золотой и 3 розовых. То есть золотой это основной, и розовый это уже до прокачка чипа. Поэтому место спауна я вам объяснил. Переходим к следующему этапу. Это что вообще значит эти чипы и как им пользоваться. Так, ну что, теперь переходим к самим чипам. То есть как их ставить, какие именно нужно ставить, какие вам интересны и так далее. Поэтому, когда вы заходите, получается, в убежище, нажимаем подготовку, у вас будет здесь плюсик. Вы нажимаете на него, у вас будет 4 свободных ячейки. Что нужно вам именно для этого? Смотрите. То есть объясняю. Первое, что ставлю я, это вот такой чип. То есть чип тренизации в опасности. Что он дает? Он нам дает такую фигню. Если противник приближается, то загорается красная треугольничек, то есть наш нарукавник. Дальше. Дальше я ставлю вот такой чип. Что он нам дает? Как вы уже поняли, он нам дает ВХ. Правильно? Правильно. Поэтому мы ставим вот эти два основных чипа, которые нам нужны, в принципе, которых я ставлю. Да, есть там много количества и других чипов, такие как, допустим, именно зона сигнализации, то есть когда вы, допустим, любите тимиться, и вы отсылаете сигнал, то у вас, допустим, есть вот такие вот, видите, зона удаления команды. То есть вы кидаете, и у вас на 12-120 метров расширяется ваш диапазон сигнала. Но, как мы любим ватиться, мы ставим основные вот такие чипы. Это детекция жизни и само ВХ. Дальше, что мы делаем, это дополняем наши чипы. А именно, то есть, допустим, у меня есть чип с ШП и чип, который это. То есть, как видите, у меня здесь температура, моя именно температура, чтобы меня не отслеживали по ВХ, минус 21 и здесь минус 13. Но мне чип дает плюс 10 перезарядки и плюс 3 градуса Цельсия. То есть он мне добавляет. Что мы можем здесь поменять? Смотрите. К примеру, если я хочу, чтобы меня меньше палили, то я смотрю, нажимаю здесь, где в температуре ничего, видите, не подводится. Это основной мой чип. Мы смотрим вот. То есть чип, видите, переходик такой цифрики есть, то есть не стрелочки, это переход, то есть улучшение чипа. Смотрим здесь, минус 6 градусов Цельсия, но у нас стоит минус 21. Здесь нам, в принципе, ничего не действует. Если, допустим, я поставлю минус 6, как видите, у меня температура добавилась, и здесь добавилось, то есть здесь стало 24, здесь стало 34, но моя температура поднялась на 31 температуру. То есть изначально моя температура будет 31 градус. Это очень плохо. Поэтому я советую вам ставить какой? Правильно, вот этот чип. То есть, как видим, здесь 27 стало, здесь 37. Но моя температура стала 16. То есть, изначально моя температура будет 16. То есть, меня не будет никак отслеживать по моему, получается, ВХ. Точнее, ВХ противника. Что у нас здесь стоит? У нас здесь стоит минус 13. Если мы поставим, допустим, чип минус 6... У меня, да, минус 10 получается, то есть минус 6 будет температуры моей. Но, опять же, при отслеживании, видите, здесь 40 градусов. То есть, когда чувак будет только бежать, я смогу его отслеживать.
при других я не смогу его отслеживать. Если я поставлю, который у меня был чип, это вот этот, то при 27 градусах Цельсия я могу уже отслеживать его, видите, и здесь минус 37 тоже. То есть вот эти основные чипы, которые нужны для меня, ну, как мне удобные. То есть и меня не сильно видно, и я чуваков могу больше в ясности, потому что если чуваку, допустим, нужно чип на, грубо говоря, ВХ больше, да, то у него будет добавляться, именно градусы Цельсия. Тем самым у него будет порог идти меньше. То есть у него будет, допустим, не 16, а, ну, к примеру, давайте я поставлю вот этот. Видите, у него уже будет 31. То есть я его уже отслеживаю, потому что у меня порог 24, а у него температура 31. Суть, вы думали, уловили, да? О чем я имею в виду? То есть я ставлю опять же свою, которую я хочу. Все, у меня порог 16, а у него 31. Видите, то есть я его могу отслеживать. То есть запоминаем, какие чипы я ставлю для себя. Если вам эти нравятся чипы, то можете, в принципе, ставить. Первый это такой. Второй D82, получается цифры. Третье это вот чип с ШП. И четвертый чип это EM. Это основные чипы, которые я для себя выбрал и которыми я пользуюсь. Если у вас какие-то другие чипы, другие настройки, может что-то я неправильно понял, то пишите в комментариях, я обязательно прочту, проверю, протестю и так далее. На этом, в принципе, все. Я заканчиваю. Вроде бы рассказал, показал, где их ловить, как их лутать, как их ставить и так далее. Поэтому собирайте, разблокируйте и ставьте чипы. Очень полезная вещь. Здесь также можно поставить чипы и на соло режиме. То есть, ну, допустим, если вы любите Тимит, как я говорил уже, можете на этот чип поставить. Также здесь есть чипы. Если я ставлю этот чип, вот, видите, обнаружить метательное оружие. То есть чип для, как вы помните, раньше были такая функция, когда вам кидали гранату, то у вас начинает моргать именно на рукавник. Либо когда подходите к лазерной мине, да? Он у вас начинается моргать. Сейчас это убрали, но вы можете чипом это все сделать. Опять же, мне это не нужно, и мне больше нужно, потому что СПХ многим пользуются. И для этого нужны именно эти чипы. Все, на этом я заканчиваю. Всем спасибо. Ставим лайки, дизлайки, ну и пишем на комментарии.